Здравствуйте, меня зовут Сергей Чураков, и в этом видео я вам покажу, как вывести деньги из компании Access Corporation на Kiwi кошелек. Деньги у меня уже поступили с нашего банка VKash на кошелек e-wallet. Время затрачено 5 дней, раньше было 10 дней. Я зашел уже в кабинет Global Wallet Access. Как вы видите, итоговый баланс $79 уже поступили. На почту пришло оповещение о том, что деньги пришли. Я зашел в кабинет и нажимаю кнопочку «Вывод средств». Прокручиваем вниз. Выбираем другие варианты вывода. E-wallet, то есть мы можем из кошелька в кошелек перевести, запросить чек Kiwi. Добавить можно новый профиль для вывода денег. То есть это можно банковский счет, профиль денежного перевода, кредитная карта, заказать предоплаченную карту от компании. В данном случае я буду делать вывод на Kiwi. Нажимаю Kiwi. Сумма 7514 USD. Kiwi, номер телефона. Вставляю свой номер телефона, привязанная к Kiwi кошельку, естественно. Ставим галочку «Я разрешаю Access». Провести данную операцию. Дальше надо ввести пин-код транзакции. Ввожу свой пин-код. И нажимаю кнопочку «Продолжить». Дальше проверяйте. Проверяйте номер своего телефона, чтобы он был правильным. Потому что если будет неправильно указан номер телефона, деньги, естественно, уйдут не на ваш номер телефона. И нажимаете кнопочку «Перевести сейчас». Результат перевода. Со счета e-wallet на счет Kiwi номер телефона указан такой-то. Статус транзакции обрабатывается. Вот, кстати, письмо сразу приходит. То есть со счета такого-то, из аккаунта такого-то, на номер телефона Kiwi такой-то, amount, то есть $75, будет переведено. Дальше. Транзакции, отправленные после 16:00 восточное поясное время, будут обрабатываться на следующий рабочий день. То есть завтра деньги уже придут на мой Kiwi кошелек. И нажимаем кнопочку «Вернуться к обзору». Как выводить деньги на другие способы вывода, то есть на кредитную карточку, смотрите предыдущее видео. Как выводить деньги на предоплаченную карточку от компании, смотрите предыдущее видео. Видео уже сделано мною. Так что изучайте. Деньги отсюда выводятся без проблем. Сейчас это вывод быстрее, чем раньше. Раньше было 10 дней, сейчас мы выводим деньги за 5 дней. С вами был Сергей Чураков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорых встреч!